Дорогие друзья и зрители нашего канала, я знаю, что вы сейчас скажете, Дмитрий Александрович, ну ты сумасшедший. По таким погодным условиям, кто же есть на работу? В Сочи в дождь никто не работает. Особенно это знает местный, особенно в третьем поколении. Особенно вот Саша это знает. Но видите, он тоже как бы сейчас работает. Поэтому, дорогие друзья, район Ландышево, кстати, продавали здесь несколько земельных участков, несколько здесь продавали домов, дорогие наши зрители. А с кем мы продавали, покупали и, собственно говоря, сотрудничали? Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. С вами Дмитрий Александрович, отсюда по подбору недвижимости, город Сочи, низкий вам поклон. Вот смотрите, люди спокойненько живут, с чудесным видом на море, все довольны, радостные. Вот, пожалуйста, местные жители тоже здесь все находятся. Вот, гуляют люди, радуются жизни. У нас с вами 4 сотки земли по шикарной стоимости. Саня, сколько? 7 миллионов рублей. Где вы найдете 4 сотки земли, 7 миллионов рублей, относительно, кстати, ровный участок. На самом деле, друзья, здесь есть вид на море. Вы не поверите, но вот сейчас, вот, я не знаю, вы видите, не видите, вот это все море. Вот за деревьями, на самом деле, это все море. Не, правда, правда, клянусь вам, вот это все море, вот это все море, вот это все море, и вот это все море. Вы же не понимаете, я стою на земельном участке, а если здесь станет дом, 2-3 этажа, вы понимаете, да, он будет гораздо выше, и вы будете видеть прекрасно, друзья, море. Вот, есть хороший участок, значит, у нас здесь 15 квадратов света, у нас центральное водоснабжение уже заведено, и у нас с вами отличные подъездные пути. Вот эти подъездные пути, это отличная, просто хорошая капитальная бетонная дорога, которая ведет, собственно говоря, к вашему участку. Друзья, у нас есть огромный выбор на самом деле. Саня у нас там местный, в третьем поколении, живет здесь рядышком, и у него есть огромный выбор этих участков, он готов вам все показать, все, что у него есть, все, что вам нужно, это просто приехать, сесть в машину и поехать, соответственно, посмотреть, что есть у нас с вами на продаже, особенно вот в этом районе. Просто заезжайте, смотрите и получайте, собственно говоря, удовольствие. А есть здесь достаточно много, дорогие друзья, достаточно много чего. А так, не забывайте, вот несмотря на то, что Дмитрий Александрович весь, посмотрите, для вас специально, я сейчас езжу специально под своего заказчика. Показываю ему непосредственно, что у нас есть здесь на продаже. Потому что человек хочет построить дом, друзья, с видом на... Ноги поломаешь. С видом на море. С видом на море. У нас здесь есть шикарные участки с видом на море. Кто не видел, смотрите наши сюжеты, пожалуйста, на канале. И вы увидите. Докупить здесь можно еще рядышком участок. Но чисто под сад, огород строиться здесь не получится. На нашем можно строиться, а здесь строиться у вас не получится. Поэтому можно только лишь... докупить в качестве сада-огорода, ну, есть здесь хороший участок, сейчас я спрошу у Сани, по какой стоимости, что-то, дорогие друзья, не очень дорого. Вот, поэтому вот с этим сарайчиком наш участочек, соседство очень хорошее, идет ливень, дождь, погода ужасная, покажу вам подъездные пути, но Дмитрий Александрович полностью в работе, вот смотрите, всегда в сапогах и всегда полностью для вас в работе, безостановочно. Вот, поэтому, если вы хотите, может быть, для себя, купить участок, построить дом, или, может быть, купить квартиру, может быть, хотите еще что-то связанное с недвижимостью, набирайте по номеру телефона левого нижнего угла экрана, я всегда вам помогу, дам вам лучшую цену в этом городе. Саня, сколько вот этот участок по соседству еще, который для сада-огорода, 4 сотки? За какую? 465 квадратных метров за 4 миллиона. Я сказал, что там построиться нельзя. Нельзя, только сад-огород. 4,5 сотки за 4 миллиона. Да, только сад-огород, только сад-огород, да. А наш, пожалуйста, вот здесь за зеленым забором стройся. Не хочу, так, стройся, не хочу. Соседство абсолютно нормальное, люди потихоньку, там у нас тупик, там тоже когда-то снимал для вас, продавали дома. Ну что, поехали? Самый чистый экологический пляж, сказал, который граничит с санаторием Даганский. Да, ты расскажи. Да, самый чистый экологический пляж. А, и спуск где-то здесь вот. Да, буквально две лестницы проходим, 5 минут пешочком, прям кристально чистая вода, дикий пляж, мало кто ездит. Да. И мы в самом чистом, экологическом чистом месте, именно в центральном районе, потому что выше уже идет улица Больничная, это элитный район, и, соответственно, там Лазурный берег по соседству. Ну вот, в следующий раз Саню в кадр, и мы сделаем вам полноценные обзоры, если как бы не продадим нашему клиенту, дальше уже, соответственно. То есть у вас технические возможности, если, еще раз говорю, иметь 8 соток. Не 4, которые я вам показал, да, за 7 миллионов, классная цена, а 8 соток. Ну, просто на оставшихся 8,5 соток вы будете просто сажать сад-огород. Вот, потому что здесь вы построиться не сможете. Все, дорогие друзья, мы сейчас снимаем короткое видео под нашего клиента и едем дальше, да? Да. Все, так и сделаем.